Всегда хотел управлять паровым локомотивом или сверхсовременным поездом, а может создать свою транспортную компанию, прокладывая пути среди тысяч городов. Покажи всем, что ты лучший машинист. Играй в Rail Nation. Ссылка в описании. Регистрируйся и играй. Привет, друзья, с вами Sky. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Gladiator Clicker. Ну или как-то так. Спасибо за эту игру моему подписчику Зевсу. Как обычно, он поставляет кучу игр. И мы попробуем. Так, здесь он работает, так отдыхает. Что делать вообще с ним при отдыхе, непонятно. Ладно, ты работай. Так, может, тренируйся давай лучше, тренируйся, вот. И денежек мы потом с тобой... Если он отдохнет полностью, он станет каким-то сверхкрутым, надеюсь. Ну, я надеюсь. Соточка, полтинник, понятно. Значит, кому-то надо поработать еще чуть-чуть. Так, отдыхать на 20 секунд быстрее будет. Давай. Тренируйся. Ну, вроде как это происходит у него быстрее, чем у этого. Стамину. Подарок. Стамину. Стамины у него как раз и нету. Это у нашего есть. Ну-ка, пока приноси мне денежки. Так. Тренироваться быстрее. Отлично. Сколько? 250. Отлично. Это будет быстренько набрано у нас. 250-то. В чем проблема? Вообще никакой проблемы набрать. 500. 500. 500. Прошу прощения. Значит, пока он работает, это у нас тренируется. И чтобы вырабатывать как можно больше у нас денег. Давайте быстрее сделаем отдых. Если ты отдохнешь, и ты отдохнешь, быстренько вы отдыхаете, и кто-нибудь из вас начинает работать, мне кажется, это будет отличной вообще схемой. Стат. Фигня какая-то. Косарь заработал, в общем. Ой, приход всего ноль. Крут. Да, я крут. Всего ноль приход. Божественно. Лучший приход ever просто. Все, отдохнул, давай, поехали. Ты давай тоже отдыхай, быстрее, 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 быстрее. Мне нужны денежки. Да ладно, лучше тебя, ты пойдешь сюда и накопи нам... не знаю даже. Косарь. Косарь мало. Копи 2500. Вот так. Хотя нет, стоит 200%, ты там быстрее накопишь. Что это я? Как лох-то тут. Надо отдых-то быстрее качнуть. Чтобы быстрее, быстрее просто все это происходило, в случае чего. Вот у нас один качается, теперь поменяем их местами, чтобы заработок был более равномерным, а ты у нас превосходи его. Хотя зачем я это сделал? Ну-ка, work, work. Давайте. Лучше наберем 2500 и наберем потом 10 тысяч много, 5 тоже много. Так, тренировка. Тренировка, давай. Пока у нас ускоренная тренировочка, и вы... Такие вот крутые, накачанные просто чуваки. По крайней мере, хотите такими казаться. Судя по приходу, то уж точно только хотите. Куда уж вам тут тягаться. 8 тысяч. Плюс... Ой, 8 тысяч. 8 уровень плюс 9 уровень. Ну, я думаю, пока мы будем вкачивать... Так. Давай-ка ты у нас... Нет, отдых тебе слишком рано. И ты пошел заработать у нас денежки. И ты пошел. Давайте у меня... По 500 в секунду моего золотишка. Отдыхать быстрее, да. Мне это радует. Но что вы можете... 200... Опыт быстрее, нет. Нет. Нам нужен... Просто нужен вот этот вот чувак. И мы увеличим свой доход, но не сильно. Блин. Я надеялся. Но они сейчас устанут, когда один из них... Давайте пойдет отдыхать, пока второй усердно работает, пока он еще... Хоть на что-то способен, мы ускорим отдых. Он будет быстрее, гораздо быстрее работать. Ну, вот не нравится мне вот этот вот показатель того, что инком такой маленький. И золота в секунду у нас очень мало. Хотя хочется сразу и много, как всегда. Давай, ты тренируйся, ты пока отдыхай. Чем больше он натренирован будет, тем круче. Блин, жаль, денежки не капают, пока он тренируется. Давай, отдыхай, отдыхай, отдыхай побыстрее. Ты будешь у нас потом крутым, пока это до тебя так качивается. Это будет круто. Но это кликер, по сути. Ну, и кликер, и не кликер. Не знаю, как это обозвать. Вот, вот это вот уже пошло. Пошло у нас. И ты у нас работать. Давайте. Ну, что ж ты такой унылый. Так, стоимость большая у всего. Но я думаю, мы просто увеличим вот это. Потому что, мне кажется, это наиболее разумным, чтобы он прокачался, и он прокачался. Давай ты до 12-го и сразу же бежишь работать. Потому что, ну, какой у тебя еще долг должен быть.
и копи нам потихонечку деньги. Было бы уже по косарю, было бы гораздо легче получать на эти вот чудесные рейсы оба. 715. Нет, тренируйся. Ты, бро, у нас должен быть тренированным. Таким крутым просто, чтобы зарабатывать там кучу денег. Иначе половина этого, того всего, что мы будем делать, это будет бесполезно. Но надо, надо, ребятки. Давайте. 15 уровень. А у тебя как? Работаешь? Давай поменяем вас местами. Ты на работу, он... Оу, он почти 500. То есть давайте-ка до 15-го. Ты до 16-го докачайся. Мне кажется, мы будем зарабатывать по косарю от них двоих. По приходам, в общем. По крайней мере, надеюсь на это. 457. Эх, нет. Оу, отдых ускоряется. Круто. Все, тут 25. Ух. Долго, конечно, до всего этого доходить, походу, мы будем. И ты идешь тренироваться у нас. А ты работать. Работай. Так. Что ж вы ничего не делаете, товарищи? Что ж вы... А, 10 тысяч. Че я так затроил вообще? По-конкретному стоит уложиться в 10 тысяч и просто пойти и нанять себе еще одного чувака, который должен отдохнуть, а потом тренироваться. Потому что когда он отдохнул, он типа крутой такой, накачанный. Тьфу, что я несу? Так, быстренько. 15 уровень гораздо круче, чем... Почему ты не отдохнул, кстати? А? Чувачело. Так, он сейчас отдыхает, и я вкатываю ему жесточайшую тренировку. А ну пошел просто. Ох, сейчас будет. Работаем. Ты у нас потренироваться можешь, пока двое тренируются. Не, вообще, наверное, двое тренируются, один отдыхает. Так вот должно быть. Но у нас нет. У нас будет один все время тренироваться. 25 возьмем, чтобы быстрее... Гораздо быстрее всех превзойти. За 25 тут. Реально близко. Простите, простите. За контакт. Так. 25. Давай же. Накопи мне быстрее. Ну, копеечки остались. Вот так. И тренировки пошли у них быстрее. И гораздо еще быстрее. Пока ты у нас должен работать. Во всем поте своего лица. Не знаю. Работа не терпит отлагательств. Давай, 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 давай. Ну, поскольку оно у нас замедлилось, я думаю, оба будут работать. Так. Ну, что-то мне не нравится. Давайте пару уровней ему апнем, пока этот работает. А этот фигня страдает, вообще просто сидит. Да, я потренируюсь, я такой, да. Крутой буду, ну, может и будет. Инкомбы, конечно, увеличить, либо еще больше вложиться в опыт. Вот это было бы шикарно. Просто ох-ох-ох. Так, идем сюда и смотрим, чего у нас тут по заработкам. Он приносит нам неплохую прибыль, собственно, не очень-то это. А ну-ка давай тоже работай. У вас двое, когда работает, это уже куда лучше. А ты чего нет? Давай. Полтос. Либо сотку. Не, полтос, если мы набираем, просто соточку гораздо быстрее бомапать. Давайте, ребятки, поднатужились. Давайте так, собрались со всеми силами. И вперед. Давайте. Так, оп. Оу. На 50%. А, блин. Неприкольно. Отдохнувшие гладиаторы работают и тренируются на 50% быстрее. Я вообще не увидел эту штуку. Капец. Ну хотя мы довольно быстро с таким-то инком накопим на отдохнувших чуваков наших, потому что почти уже, почти накопили. И давайте вот так. Собственно, давай, отдых, отдых. Ну, тебя еще можно поэксплуатировать нехило, хотя лучше потренируйся. У тебя сил достаточно вроде как. Может, я нерационально использую, поскольку силы остаются тут, заставляя их отдохнуть. Но мне кажется, это верным то, что я делаю. Просто в два раза быстрее начал тренироваться. Да и поэтому видно, что реально приход есть. Так, ты у нас тренируешься до 18-го, и тебе больше не надо. Ты идешь отдыхать, пока вот кое-кто будет у нас зарабатывать деньжата. Почти по косарю. А ну-ка давай дотренируйся. Ты у нас тоже тренируешься разочек. И мы тебя, наверное, переключаем. Вот так. Ты у нас идешь зарабатывать наши деньжатки. Тренируйся, ты чё, я с тобой не углядел. Так все, значит, не надо работать? Нет. Мы возьмем все-таки
Опыт. Чем больше опыта, тем круче. Потому что когда они дофига опытные, они крутые. Двое работают, один тренируется до уровня двух других. И идет, собственно, дальше, наверное, тренироваться, поскольку разница-то теперь. Так, 68 тысяч, и то недостаточно. Нужна соточка. И вот развитие происходит здесь довольно быстро, так и без особых проблем. В этой игре реально, вот ты покликал пару раз, пусть они у тебя делают, и идешь заниматься своими делами. Это игра реально создана для того, чтобы спокойненько так играть во что-то еще, либо заниматься какими-то своими делами и при этом вот в нее поигрывать, поскольку тут все к этому располагает. Нажал кнопку, отошел, пришел, посмотрел, хлоп, вот так вот. И дальше у тебя уже статистика, конечно, да, большая пока что у нас. Но я думаю, если в эту игру поиграть часов так 8, ну как, в пассивном режиме оставили на компе, поставили их такими довольно даже мелкими, теми же 20 уровнями их можно оставить, и они, мне кажется, баблище будут приносить просто немерено. Так, ты у нас давно не тренировался, ты у нас отстаешь. Ты у нас вроде тоже можешь докачаться по-быренькому. И нам надо, чтобы все были хорошо тренированы. Тебе вот выгоднее вот так вот торчать. Пока у нас денежки хоть как-то, чтобы капали. Ты нам сотку должен нафармить. Полюбас вообще. Просто не трогает сотка и все. Так, пошли. Ты у нас на тренировку. Ты у нас берешь еще один уровень и идешь вот так. Собственно, довольно быстро качается оно тут все и тренируется он пока. Он все круче и круче у нас будет становиться. Здесь почему-то такие долбанутые циферки. Вот, соточка. И за эту соточку мы... Нет, за эту соточку мы просто возьмем и повысим нашим комп. Насколько мы его повысим-то? За каждый уровень больше на 25% получается. Нехило, нехило. Все-таки стоил он недорого, но и приносит не так мало. Пол ляма скоро у нас будет. В общей статистике монеты, которые мы нафармили. Но тут их мало. Мало, потому что апгрейды. Вот то, что поедаю. А, все, хочу уже. На 50% будет более мощными у нас. Конечно, в идеале это вот так вот накопить и уже можно не париться в этой игре ни о чем. Просто удваивает весь твой заработок. О, отдохнувшие гладиаторы в 200% быстрее работают. Ой, да. Это просто нечто. Такие скильцы. Вообще люблю такие игры. Поставил, забыл о ней. Вспомнил, открываешь браузер. Ё-моё, а у тебя там уже все там нафармилось за тебя. Вот, так что думаю, если вам понравилось, то вы ставите лайки, подписывайтесь на канал, переходите в группу ВКонтакте. И всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующей серии.